Третья победа молодежки Енисея подряд в молодежном первенстве. Какой комментарий можешь дать по сегодняшней игре в целом? Ребята, наконец-то в сегодняшнем матче выполнили установку, забили быстрый гол в первом тайме, быстрый гол во втором тайме. Вот, полностью контролировали ход игры до пропущенного нелепого гола. Вот, разберем этот момент. Вот такие игры бывают, когда полностью доминируешь и, скажем так, вратари маленько засыпают. Поэтому к Максиму вопросов нет, но гол будем разбирать. Матч получился неплохой. Спасибо ребятам, что до последних минут, скажем так, бились. И везем домой 3 очка, конечно. Мы рады этому. Сегодня 3 опытных футболиста были командированы в молодежную команду. Как оценить их взаимодействие? Ну, это ребята-профессионалы. Влились в игру, что Саша Соболев, что Агуды, под нашу концепцию очень здорово. Вот. Я считаю, очень сильно нам помогли. Не было бы их, было бы потяжелее, вот поэтому профессионалы, ребята, молодцы, приятно работать с ними. То, что команда одержала 3-ю победу подряд, это как об этом можно рассказать? Готовились, помогли сборы, видно, что команда готова физически, все матчи, которые играли, не уступали в единоборствах, вот все там 4 или 5 матчей, да, сыграл наша команда, вот поэтому... Пока багажа хватает, думаю, что до конца сезона должно хватить. Hyundai.